Победа! Я не знаю, где. Труп с вору нет знаков. Невесту хоть обниму свою, а? Ксения, как дела? Ксения, не забудь, Ксюша. Конечно. 659-й, ура, ура, ура! Гиб-гиб несколько раз, 100 раз, ура. Удар. Нет, Молодой человек, ну-ка покажись. Ишь ты, КПШ-то, да? Мощное оружие. Ну что, наши ребята удивляют? Видали? Дядь Ген, мы здесь. Набережные Челны пожаловали. Тихо, не ударь никого. Ну, Карлы, сюда повернитесь. Бойня. Аршавина его этот самый. Молодцы. А можно? Видео. Тихо, ребята, отождите от машины. Назад не домог, так. Мы вас приветствуем. Там вот мальчики. Мальчики.
Нет, я вообще сам КамАЗе, 55-111, 15 лет тут на одних КамАЗе. Срамы собирал, блин, и переоборудовал металлические трубки, медные. Товарищ подполковник, как они посмели вас на кухню поставить? Дневально. Я, это в кайф мне. Приготовить плов для личного состава, для меня это любимое дело. Это радует. Да, поэтому... Настоящий офицер. Настоящий узбекский плов сделаем сейчас. Как положено. Лучший баран. О-хо-хо, ничего себе. Даже запах пошел уже. Да, будет все как положено. Поэтому прихожу, приглашаю. Пока сейчас мы идет колдовство соберем, да. Олег, а ты одну луку сюда быстренько нашинкуй, это самое, вот скушать вот это. Соль есть у нас? Вот наряд по кухне. Да, ну как всегда. Трое суток не очень. Так тут кто рулит, я не пойму. Подполковник там. Доча тут. Так, Геннадий. 90. 100. 120. Я вас приветствую. Ничего нормально. Но. Наша, моя. Прячешь, пожалуйста. Такие мужчины, стакан пьют. Даже стакан прячут. Ну ладно уж, мы знаем, что ты пьяница. Ну моя. Чай гоняешь. Говорила, что уважаешь. Я любя, да? Я любя. Нет, теперь как людям верить, а? Одно глаза за глаза. Я любя. Посмотри-ка. Ой-ой-ой. Видела? Нигде. Дождь, куда как глаза небольшая. Видео. Видели? Я смотрю. Да. А где мы? Это Вера? Чиз? Так, а ты что за ревнивого привезли сюда, блядь? Да вон сидит там кто-то. Я не ревную, но только признаю. Это мой. Коля. Это мой. Наш подпишите. Спасибо. Коля. Николя. Да? Коля.